И снова здрасте. Сегодня речь пойдет об игроке из полка СНГ. Игрока этого вы заметили еще в декабре месяце. Ник его тогда был Альбатрос. После видео о нем этот игрок переименовался. Да, одни из первых видео это где-то было 1 декабря, ну, возможно, даже раньше. Так вот, игрок переименовывался несколько раз. Затем он стал Айс Викингом, затем Мистер Бруксом, и теперь он Джек Дэниелс. Я не знаю, по какой причине его не банят. Ну, потерпим пока, потерпим. Меня сейчас интересует вопрос немножко другой. Руководство полка СНГ в курсе этой ситуации. Вот. Они однозначно в курсе, но почему-то ничего не предпринимают. Этот игрок, находясь не в полку, был замечен за наглым использованием запрещенной модификации. Затем он немножко остыл чуть-чуть. Начал переименовываться, покинул полк СНГ. Ну, затем он еще раз переименовался и опять к ним вернулся. Я не знаю, как он уговорил руководство. Надеюсь, мы об этом узнаем. Сходим к ним в гости и выясним это. Теперь давайте поглядим на этого игрока. Вот он на тигре едет на точку. Повтор я этот уже смотрел, ребят. Да, здесь однозначно использование запрещенной модификации. Ну, смотрите, сейчас тут задымленная зона. Он двигается на тигре. Еще один он закинул. Вот, смотрите, выстрел. А игрока не было видно. Смотрим дальше. Вот здесь. Реакция, да, сработала на ПТ-шку? Ну, игрок играет с маркерами, поэтому реакция и сработала. Вот здесь он стреляет. По джампику, но он находится за домом. Игроку невдомёк, что здесь есть дома, сарайчики, памятники. Рукожопый Альбатрос. Теперь он назвал себя в честь виски Джек Дэниелс. Еще и тёлку наклеил. Вот здесь он видит тушку 152-ю. Ну-ка, мега выстрел! Так ему, ха-ха-ха-ха-ха. Да. Угу. Ну. Жаль, что тебе в пачку не прилетело. Ладно, двигайся дальше. Вы спросите, почему столько ненависти к этому игроку. Ребят, да он жизнь попортил. Знаете, скольким игрокам? Таких людей вообще не должно быть в Вартандер. Их необходимо блокировать, блин. В полигоне он нехай играет там. Со своими однополчанами. Вот смотрите, по зенитке он сейчас будет стрелять. Не знаю, куда и дернуться ему. Везде реагирует. Но здесь ведь не видно зенитку, ребят, смотрите. Он все равно пытается прицелиться. Пытается ему куда-то там, сука, в гусеницу, да на попаду все равно. Хоть куда-нибудь дайте попасть мне. Ай. На всех реагирует. Везде пустить бы.
там охота, и там охота, и там охота. Ай-яй-яй. А игроков противника все меньше и меньше. Их, газик. На респе стоит. Надо бы тоже его успеть. Вот он посмотрел на игрока, он за домиком, поехал далее. Вот он двигается, направленно к газику. Вау! Тут две зенитки. Так ему, сказал тебе War Thunder. Сейчас он поедет на ту сторону. Вот здесь, я не знаю, улитки сделали респаун и специально на той стороне место, для того, чтобы можно было приехать и обстреливать этот респаун. Вообще, ребят, я не знаю, надо делать нормальный респаун, надо сделать точек, несколько точек, несколько, даже не знаю, 5-10 точек появления, чтобы игроки не знали, где появится противник. Здесь же у нас, блин, одна точка, и все, мы знаем, что он именно там появится. Неужели сложно сделать 10 точек появления на этой карте в разных местах, хотя бы рядышком, но в разных местах? АМХ стоит. Сейчас будет с АМХ. Он пока на нее не реагирует, ее пока самолеты больше привлекают. Не, надо все-таки реагировать. Самолетики привлекают все равно. Вот АМХ сейчас бы тебя как трахнул бы, блин. Нет. Вот здесь, смотрите, АМХ уходит влево, и он ведет за ним ствол влево. Это так же самое, как ЧСВшник вел за леопардом. Да, вы же, конечно же, скажете, поклонники ЧСВшника. Скилл! Это скилл! А, он тебе Петьку сломал. Я думаю, чё ты молчишь? Он тебе Петьку поломал, бля. Да, ребят, ну, по этому игроку будет еще одно видео. Надеюсь, двух будет достаточно для блокировки. Не просто двух, а еще этих двух.